Нам очень важно то, что происходит в автономии, потому что мы крупная партия, мы несли ответственность за управление страной и будем нести эту ответственность в дальнейшем. Мы внимательно наблюдаем за процедурой выдвижения кандидатов на должность Башкана. Мы понимаем, что, конечно, есть различные весовые категории партии именно по степени влияния в автономии. И мы не претендуем на то, что мы среди лидеров в этом разделе. Но, тем не менее, вопрос мы будем серьезно обсуждать и примем решение о выдвижении или не выдвижении своего кандидата в ближайшие дни.